Наша выставка детского новогоднего творчества. Здесь безумное количество самых невероятных новогодних работ. Их здесь больше 300 штук на разную тему. Конечно, главная концепция праздника – это Новый год. Огромное количество самых невероятных красивых зайчиков. Прямо, ребята, смотришь и удивляешься, насколько творческие, насколько развитые, креативные дети. Ну, разумеется, помогали родители, но мне кажется, большая-большая доля именно детского творчества в этих работах присутствует тоже. Невероятные елочки из пластиковых ложечек, разные объемные рисунки. Давайте вот приоткроем вот эту открыточку, смотрите, ее открываем. И вот так вот она раскрывается. Ну-ка, давайте вот эту тоже откроем. И тут еще одна вот такая же елочка. Просто, ребята, фантастические зайцы, Деды Морозы, рисунки. Дети из разных детских садов, изначальных классов, школы. Есть работы, ну, прямо, знаете, такие дизайнерские. Смотрите, как красиво. Друзья, целые вот такие большие композиции. Ой, здесь просто фантастическое количество самых разнообразных новогодних елочек. Друзья, просто потрясающая елочка на ножках.